Ребят, вот сейчас сделаю второй обзорчик на мотособаку Forza 6,5 лошадей. Первый обзор делал, когда еще новенькая она была. И ездил я, мороз был не больше десятки. Заводилось все, но потом начались проблемы. Сейчас расскажу. Так, ну такая собачка. Начну с саней. Сани, как говорил, покупал я их полностью в сборе уже. Металлом обвязанные они были. Прицепное. Пол с фанеры здесь уже был. Полозья металлические стоят. Покупал размер саней 1,20 м. И узенькие брал, чтобы в гусяночку входили. У меня гусянка 380-я стоит. Чтоб не широкие были. Покупал я их, оказывается, возле меня рядышком щукари есть. Здесь вот даже написано щукарь. Щукарей, которые делают. Мотособаки тоже. 4000 сани стоят, полностью готовые. С полом, с полозьями, металлом обвязанные. Сделал такую лавочку, чтоб не стоять, а сидеть. Ящик ставлю, бур ложу. С этой стороны палаточку поставил. Вот резиночкой раз, обвязал. И все нормально. Теперь по мотособаке. Так, руль. Газульку, говорил, буду переделывать, как на мотоцикле. Ну, посоветовали не делать ее. Потом думал, такой газ сделать. Есть рычаг. Ну, часто езжу по веткам. И ветки могут задевать газ. И он в сторону прыгнет. Газульку оставил ту же. Ну, сделал ее. Она сейчас легенькая-легенькая у меня. Сейчас покажу. Что с газулькой. Руль привязал, тросики сделал, пластиковая трубка, ну чтобы краску не поцарапала, и рулить удобно им теперь. То он и падал все время, ящик стоял, газулька ящик даже сломал. Сейчас не падает, даже если бугор, его раз приподнимаешь, он заскакивает. Так, дальше идем, убираем. Вот, ездил поначалу без этого чехла, и чехол тоже у щукарей купил. Отлично подходит, все, здесь на липучке цепится, прикрепляется он, и сверху, где воздухан прикручивается, специальное отверстие, металлический люверс этот стоит, и прикручивается. Открываешь, краники, дроссельная заслонка, стартер. Завел, закрыл и все. Ну, я его немножко доработал. Сейчас покажу, что сделал. Так. Ну, вот так вот он крепится. Здесь, видите, вот железный лювер стоит, чтобы специально прикручивать. Здесь на липучке. Снимаем, идеально подходит. Ну, здесь я вырезал был. Он был так, я вырезал. Для чего? Для того, чтобы... Вот эту штуку сделал, обогреватель, или как он, подогрев карбюратора. Так как ездил без чехла, снег засасывал, здесь вот отверстие есть. И, короче, он у меня не заводился. Ну как, морозы начались, два было этих самохода, прям в гараже. Хорошо, что в гараже было. Прям на потолок, наверное, заскочил он, с места как рванул. Оказывается, ну, подсос снега был. Конденсат, ну потом разобрал я, полный карбюратор был конденсата. Ну как в интернете посмотрел, все делают. Сделал этот выход, приварил трубочку. Ну трубу, уголок приварил, чтобы выхлоп уходил. А это экспериментальную гофру поставил, он тихо работает. Без нее он рычит сильно, а так тихо работает. Так, короче, вот такую штуку сделал. Профиль обычный согнул, сварочкой капнул, чтоб не дребезжало. Дырочку просверлил, вот на два болта прикрутил, так вот изнутри она выглядит. И получается, он теплый воздух весь берет от глушителя. Еще в фильтре бумага стоит. Бумагу я тоже выкинул, потому что она была сырая вся, весь конденсат этот. Все туда в карбюратор шло. Сейчас все работает. Вчера больше двадцатки было, сегодня. Ну вот он фильтр
получается черный сосет. Там бумага внутри была, я вырвал ее. Здесь дырки тоже вот поролоном заткнул. Здесь шумоизоляция заклеил, тоже отверстие есть одно. Карбюратор, вот он стоит. Так, по газу, что я сделал по газу, что она легенькая стала. Вот пальцем нажал и все, все четко. Палец не устает. Вот тросик идет. Он был изначально здесь. Вот эта штука, где тросик зажимала, вот здесь было. Я его перенес по рычагу чуть дальше. Ну, закон физики, или как это, физика. Чем дальше поставил, больше рычаг, легче, короче, нажимать. И сейчас все хорошо стало. И газулька была. Здесь втулка есть, внизу стоит. Я разобрал, он рычаг весь ходил. На посадочное место не становился, там втулка пластиковая, она сильно толстая была. Я ее поточил, рычаг на место сел, закрутил, и все, он у меня не откручивается, ничего. Уже сколько езжу, километров намотал. И все, без проблем. А, еще я этот, клапана отрегулировал. Клапана были вообще, не знаю, кто их настраивает на заводе, где их там делают. Клапана были разрегулированы в хлам. Зазоры были там от 0,30 и больше. Так что вот клапана отрегулировал. Газ переделал, легче стал. Бумагу убрал с фильтра, просто губку одну оставил и подогрев сделал карбюратора, и все, вот так вот это все выглядит. Получается, выхлопные газы уходят, и здесь просто горячий воздух сосет прямо от глушителя. Ну и закрытый у меня чехлом. Получается, вот он есть сухой. Так, здесь все просиликонил, силикончиком все залил, и все отлично стало. Сейчас про рычаг газа еще расскажу в этом, в чехле, когда. Так вот он одевается. Раз вот вырезал, потому что он мешал, отрезал просто кусок чехла, он как бы не нужен. И здесь вот проволока стоит у меня, чтобы чехол не прилегал близко, чтобы забор воздуха был, чтобы двигатель не перегревался. Ну, здесь чехол-то такой, можно сказать, он просто от снега защищает. Так, где он там? Ух, на улице как холодно. Так, вот берется. Чик на липучку, и все, все закрыто. У нас барашек прикручивается, все готово. Вот рычаг газа, вот он. Я немножко его вверх подогнул, потому что сначала не мог понять. Заведу, все прогреется, проеду немножко, останавливаюсь. У него обороты бешеные. Когда газуешь, рычаг западал за этот, ну, за чехол, короче. До конца газ не отбрасывался. Вот я его вверх немножко поднял. Теперь газуешь, он не западает. По звездочкам мужики спрашивали. 13 на 32 зуба звезды стоят. Менять я их не буду. Ну, потому что мне все устраивает. Тяга устраивает, скорость устраивает. Больше мне не надо. Тягач я никакой, толкач не буду делать с него. Все советую. Сделай толкач. Зачем он мне толкач? Нужен был бы мне толкач, я бы купил бы толкач уже с лыжным модулем. Или там с санями впереди, с рулем. А так, по ходовке вообще проблем нету. Все работает. Намотал я каждый день километров 12 и меньше 10 километров на нем каждый день езжу. Заводится и едет. Ну, сейчас покажу, там дальше посмотрите, где я покатался, по какому снегу, на какие бугры он выезжает. А толкач я не буду делать из-за того, что у меня есть такие обрывы, метра по два обрыв. Я просто спускаюсь, впереди его держу, и он, короче, меня прям спускает. С толкачом я нигде здесь не проеду. Толкач это так, по рыхлому снегу может ездить, по ровной местности.
А подъемы большие. Я на нем слезу в подъем. Тоже почти 90 градусов. С разгона он раз и выскакивает. Ну, я его подталкиваю. Двоих он тянет. Садились вдвоем прямо в эти сани, как на мотоцикл. Все, он идет, что один, что вдвоем. Короче, такие вот дела. Масла заменил уже. Скоро опять надо менять. Так что проблем больше никаких нет. Все, всем удачи, всем пока. Собака хорошая. Для одного вообще идеальная. Думаю, такая звездочка пойдет на мотособаку. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Так, ну вот я его не заводил. Верите, не верите. Полдня простоял, сегодня двадцаточка где-то. Нажимаю на кнопочку. О, замерзло маслицо. Раз, несколько. Это я нажал. Дернул. Вот кнопку убрал. Кнопочку убрал, со второго раза завелся. Все, сейчас прогреется и поедем. Все. Хочу сказать, проехал-то я на нем уже по-любому больше 100 километров. Все говорят там о мотобуксировщике, какие-то болты все раскручиваются. Ни один болт не раскрутился, ничего не открутился, ничего не подтягивал. А, один болт открутился. Это вот на руле барашки, 4 барашка. Один барашек, правда, открутился, улетел вот гайками. Закрутил и все. И больше никакой болт не раскрутился. Все нормально. Так, ну нагрелся. Поехали. Идет. По целине бурановского следа. Вот по целине идет, как надо. Вот такая вот колея получается. Давай, давай, давай. Здесь вот подъемчик, но уже снегом насыпало. Ну, мототолкач здесь заедет, да, поначалу бы не заехал. Я вот слез, раз, выехали и погнали. Здесь тоже я уже накатал. Поначалу бы не прошел бы мототолкач. Вот такие вот перекопы. Здесь вот. Тут мототолкач бы сломался весь. Идет, идет. Все, пошел. Там еще есть обрывы, но уже не буду показывать. Двухметровые обрывы. Все. Всем удачи, всем пока.
вам покажу свой пухляк. По пухляку нормально ходит, вон какая колея. Говорят, не идет.